А вот жильцов одного из домов на Космонавтов управляющая компания, видимо, решила разыграть. В выходные на каждом подъезде появилось многообещающее объявление. 1 апреля будет произведена уборка снега во дворе. Само собой, предупредили жильцов заранее, в общем, как положено. Люди убрали свои машины со стоянок, только вот в назначенный день снегоуборочная техника во дворе так и не появилась, говорят люди. И если это была первоапрельская шутка, то жильцам домов по Космонавтов, по всей видимости, она не понравилась.